матч. Ну вот, новый тренер, новые веяния, новые перемены, новые перестановки. Сегодня, конечно, будет заполнен Амстердам-арена. Не знаю, на 100% или нет, подборные аплодисменты футболисты Аякса. Подборные аплодисменты, естественно, своих болельщиков появляются на поле. Номер первый в воротах Яспер Силисон, 35-й Митчелл Дейкс, 3-й Юэль Велтман, 22-й Жайро Ридевальд, 2-й 26-й Милот Рашица и 9-й Доминик Саланке. Роб Маас, исполняющий обязанности команд. Какая-то из команд одержит победу. Итак, если Аякс одержит победу, набирает 47 очков и отрывается от ПСВ на расстоянии в 6 баллов. Но это пока до времени, ибо будет проводить свой матч. Что касается Витеса, если он одержит победу, то очень приблизится к Фейенорду, набрав 3-4 очка на расстоянии в 2 балла. Ну а Фейенорд ни шатка, ни валка выступает в этом сезоне и гол. 26-я секунда. Рихедли Базур отправляет мяч. Смотрим еще раз, вот что было. Митчелл Дейкс с мячом. Он прорывается по флангу. Далее следует его передача. Вот здесь ошибся Элой Рома. Пытался пробить по воротам Анвар Эль-Гази. Хорошо здесь против Рашицы Дейкс действовал. Наброс в штрафную площадь. Голкипер ошибается. И набежавший Базур просто...